Казанский федеральный почтил визитом вице-президент немецкого научно-исследовательского сообщества DFG, профессор Института теории систем и автоматизированных систем управления Университета Штутгарта господин Франк Альгёвер. Целью встречи стало знакомство с научно-исследовательской деятельностью Казанского университета и рассмотрение подробностей участия представителей Казанского федерального в программе DFG. Встречу с Франком Альгёвером провели директора институтов и ректор КФУ Ильшат Гафуров. Прежде чем речь пошла о проектах университета, глава вуза представил гостю ознакомительную презентацию о деятельности Казанского федерального. Что представляет сегодня научно-образовательная структура нашего университета? Мы имеем два филиала в Набережных Челнах и в Елабуге. Значит, это территория, где сегодня... Эти территории сегодня рассматриваются как территория роста для экономики нашего региона. Это территория, где локализуется достаточно большая промышленность. Немецкое научно-исследовательское общество DFG является центральной, действующей на принципах самоуправления, организацией германской науки, главной задачей которого является финансирование научных исследований при университетах и государственных научно-исследовательских институтах. Отбор лучших проектов осуществляется на конкурсной основе. Заслушав доклад Ильшата Гафурова, Франк Альгёвер поделился с присутствующими впечатлениями. Сотрудничество с Россией и СНГ рассматривается в DFG как важнейший приоритет. Основные задачи представительства заключаются в том, чтобы содействовать ученым и научным организациям в вопросах научного сотрудничества. Мы хотели бы быть стратегическим партнером и выражаем свою заинтересованность в расширении научного сотрудничества с Казанским университетом. Далее участники встречи обсудили работу немецкого научно-исследовательского сообщества и поддержку им исследовательских проектов во всех областях знаний. Научное превосходство, поддержка молодых ученых, междисциплинарность и международность стали основными темами беседы. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.